День химика чепчане отмечали всю неделю. И это связано не только с профессиональным праздником, но и с юбилеем крупнейшего химического предприятия региона – чепецкому заводу «Уралхима» в этом году 45. Поэтому двойное событие у повелителей химикатов решили зафиналить шумно, весело и непредсказуемо. В эти выходные в санатории «Перекоп» компания «Уралхим» организовала грандиозное мероприятие для своих сотрудников – «Ночь химика». А вишенкой на торте стало выступление столичных знаменитостей. Как это было, расскажет Зоя Зотова. Масштабно, ярко, познавательно. Так прошел День химика для сотрудников «Уралхима». Организатор мероприятия решил, раз у заводчан профессиональный праздник, а самому предприятию 45, нужно придумать что-то грандиозное и незабываемое. Для сотрудников завода и их семей организовали «Ночь химика». Компания «Уралхим» постаралась сделать так, чтобы каждому на празднике было интересно. Для тех, кто любит творить руками, огромные картины, которые нужно раскрасить по номерам. Более ловкие управлялись кисточками и карандашами, которые впору использовать Гулливеру. Любители шуток могли поучаствовать в стендап-шоу. Работала и фотобудка, чтобы запечатлеть счастливые моменты. Шоу для взрослых тоже собрало немало зрителей. Подумали организаторы и о том, чтобы гости праздника были сыты. Кому-то приглянулся ароматный шашлык, кто-то с наслаждением ел чебуреки, кто-то налегал на сладости. И какой же день рождения без пожеланий? Их прилетело много, и не только от самих заводчан. От души поздравляю Кирово-Чепецк с праздником химика. Я всегда преклоняюсь перед людьми, которые могут взять основу природы и, скажем так, отформатировать их под нужды человека. Пусть этот праздник будет... Ну, я не знаю, смогу ли я донести столько тепла, сколько хотелось бы, но тем не менее, пусть праздник будет благодаря нашей группе теплым. Уважаемые друзья, коллеги, гости нашего праздника, хочу поздравить вас с Днем химика. Благодарю вас еще раз за ваш труд, за неравнодушное отношение к работе и за огромный вклад в развитие предприятия. Я бы хотел пожелать нашему коллективу и дальнейшего развития, и достижения поставленных целей. Грандиозный праздник завершился выступлением столичных звезд. Чепчане пели песни вместе с группами «Бурита» и «Кватро», а после всех собравшихся ждал фейерверк.